Привет! Короче, мне тут просто бомба новости, я тут кое-что приготовила. Только надо сначала разобраться, все посчитаю, все приготовить. Ну, в общем, ты смотри. Ща. Так, короче, привезли. Ура, привезли. Ну, в принципе, так, раз, два, три, четыре. Ну, где-то на год, знаете, хватить должно. Сейчас я проверю все. Ага, так, все, верно. 20 штук. Окей, здесь. Так, здесь у нас тоже 20 штук. Отлично. Так, тут все нормально. Ну, в принципе, все хорошо. Так, все. А, где-то был счет. Так, сколько у нас получается тут? Ну, 19 520 рублей. В принципе, я где-то так и рассчитывала немножечко на. Да, нормально, ну, блин, у меня денег-то нету. О, не знаю. Эдичка! Тут надо что-то сделать. Помочь, как обычно. Идешь? Слушай, ну давай без шуток, пожалуйста. Но мне опять нужна твоя помощь. Пожалуйста, иди сюда, давай. Быстрей. Я не слышу твоих шагов. Как вы думаете, 19 520 рублей это слишком много для такого подарка? Мне кажется, нормально. Ну ты идешь! Так, и 3-4. Эдичка! Ну... Шатаря! Наконец-то! Садись! Ой, Эдичка, ну ты же знаешь, что меня нужно вызывать, как Деда Мороз зовут. Эдичка, приди! Так, смотри, тут счет нужно оплатить. Вот, счет. Счет за что? Нажми, наведи! 19 520 рублей, да? Это на вперед, это намного хватит. Надолго, это не на год даже больше, мне кажется. А, ну, в принципе, я примерно так и рассчитывал. Что? Ребра чуть не втоптал в обратную сторону. Так подвинься. Какой счет? Счет за подгузники. Тут на год хватит, я тебе говорю, надолго. Я посчитала. Подгузников хватит на год, да надолго? Да, надолго. То есть в одной упаковке 20 подгузников, да? 20, 40, 60, ага. И здесь везде подгузники, да? Сколько здесь дилянов, миллиардов подгузников? Много. Знаешь, это еще по скидке я взяла. А, ну, то есть ты взяла по скидке подгузники на 19 520, здесь, короче, где-то пару сотен тысяч подгузников, да? Не, ну ты молодец, да. А сейчас главный вопрос. На кой хер нам подгузники? Ты подожди, не переживай. Не, после того, как ты мне сказал, что мне нужны подгузники, ну, знаешь, я как-то, ну, слишком... У меня там все сжалось, так и внутри, не только внутри, и там сзади, и снизу, у меня все сжалось, прям вот сужилось, джим-джим произошло у меня. Подгузник. У меня для тебя есть сюрприз, пойдем в дом. Ага, хорошо, сюрприз в дом. Сюрприз в дом. В дом доставка сюрприза с 19 520 рублей, да? Ну, значит, в следующей серии ты пойдешь на работу и будешь вот эти 19 500 рублей отрабатывать. Ну, там 20 рублей за доставку. Здорово, кукусик. Хорошо, второй ключевой вопрос, который, скорее всего, может изменить всю мою жизнь прям основательно. А зачем нам дома на столе детское питание? Вот знаешь, вот там молочко, вот это все. Что? Для кукусика. Кукусику. Ну и еще для кое-кого. Но это ты узнаешь чуточку позже. А пока вот кукусику можешь накормить. Слушай, мне там мама сказала в Португалию прилететь. Я сейчас куплю билеты, хорошо? И я вернусь вот когда смогу. Меня там в армию в Португалию забирают. Там на пару годиков. Не, неудачная шутка. Опа, ты достроила проход на третий этаж? Да. А то, знаешь, вот этот джамшут Равшан вообще параллельно там это все сделал. Что есть. Что? Ну, тебе надо попасть туда. А как мне туда попасть? Ну, вот... То есть ты проход простроила на третий этаж, а проход на второй этаж где? Это попозже. Это ты попозже. Можешь туда попасть, наверное, вот как вот я в прошлый раз попадала. А, с улицы, да? Да. Хорошо. Да. Хорошо. Вот знаете, ребята, вот как-то мне вот что-то... Тревожно мне на душе. Ты себе накручиваешь. Да. Это ну радость. Хорошо. Это радость и улыбка. Ну если я думаю вот про то, что это будет, ну если для кого-то это радость, то для да. Да, вот я даже забыл, как прыгать, знаешь, вот. Хорошо. Я потом построила для против воров.
Воров, для воров, ага, так, вот. Что это такое, старт какой-то. Так, подожди, перед тем, точнее, после того, наверное, когда вот мы будем продолжать вот это вот все наши вот эти, ага. Подпишись, пожалуйста, на канал. Вот мне прям очень тревожно, в первую очередь, вот почему-то вот, я не знаю, почему мне сейчас тревожно. Вот. Я просто хотел обнять, но что-то мне тревожно как-то. Алло, подпишись. Чё горит, подпишется? Да. Подпишешься? Вроде да, говорит. Вот. Подпишись, но не будь жопа. Если, конечно, хочешь, чтобы мы с Катей побольше выпускали серии нубиков, но я не знаю, после этой серии, наверное, серии больше не будет. Нет, но... он сказал, что хочет, чтобы серии были. А, то, чтобы серии... Да. Хочешь, чтобы серии... Ну, всё, давай, пока. Смотри. Хорошо. И что это за фигня? Смотри. Это паркур? На старт. Ну, хорошо, на старт. Внимание. Ну. Здесь есть несколько кубиков. Ну, я вижу, да. Ты сейчас будешь прыгать на каждый кубик и говорить... То, чего тебе в жизни не хватает. Ты прыгаешь на один и говоришь, прыгаешь на следующий и говоришь. Вот давай, это прыгай. Типа настольная игра какая-то? Да, давай. И ты вот на фиолетовом кубике будет подсказка. Чего? То есть ты мне подскажешь, чего мне не хватает в жизни? Если ты запутаешься, да, конечно. Хорошо, вот давай, чего мне... Первый кубик. Хорошо, мне не хватает... Ну давай начнем с банального, что я тоже сказал. Мне не хватает, что если он не подписан, чтобы на меня подписался. Вот. Хорошо. Вот этого мне не хватает. Да, защита. Хорошо. Катя, ты же знаешь, что я ненавижу паркур, ты мне зачем паркур построила? Да ёперсете! Так. Ага, второй кубик. Может быть, тебе не хватает друзей? Да, мне не хватает очень много друзей. Или... в животе. Знаешь, я очень сильно люблю сырники. Вот хочу, чтобы ты мне сырники и блинчики каждый день готовил. Блинчиков мне не хватает прям каждый день. Так, третий. Может быть, тебе не хватает еще какого-то живого существа дома, который такой... Ну я же тебе подарил кукусика, поэтому кукусик у нас будет бегать дома. Ну... Может быть, этого мало? Мало кукусика дома? Может быть, нужен кто-то еще такой маленький? Кать, а у меня такой вопрос. Тебя сегодня с утра случайно на маринованные огурчики не тянуло? Ты знаешь, ну было... Ни слова больше. Прыгай. Хорошо. Ага, допрыгнул. Сейчас твоя подсказка, да? Да, моя подсказка. Подсказка. Ага. Вот каждое утро брать такую штучку и ходить гулять с ним. Вот, может быть, вот ты этого хочешь. Такую штучку брать и гулять вместе каждое утро, обед, вечер. Подожди, то есть ты мне вот эту всю фигню настроил только для того, чтобы мы с тобой гулять выходили, да? С кем-то. Ну... Скоро, вот с кем-то будем выходить гулять. Скоро? Скоро. Случайно не через 9 месяцев? Уже... Ни слова больше! А мне не хватает в жизни здравого смысла, знаешь, чтобы не было всякой хрени в голове, ни у меня, ни у тебя. Вот хорошего настроения, вот прям, знаешь, жизнерадостности и нежелания сдохнуть, вот прямо, ну знаешь, не то, что сдохнуть, ну хорошо, последний блок. Чего мне еще не хватает? Ну смотри, вот можно покупать одежки разные, вот это вот на него снимать, одевать, гулять, там. Тебе Барби не хватает, да? Ты хочешь куколку, вот знаешь, вот это, знаешь, куколка такая Барби, ты ее хочешь надевать там. Да. Это я Барби, я не Барби, я долба Барби, долбоящер. Живая Барби, ну извини, такую Барби еще не придумали, я не знаю. Заново. И что, заново все называть? Да. Да пошла ты. Пошла эта твоя идея в одно место. Я не буду ничего называть. Да сразу паркур! Извините, просто вырвалось. Знаете, я после, вот сейчас ситуация такая происходит, я какой-то слишком эмоциональный после начала этой серии стал. Я не знаю, с чем это, Катя. А я такая спокойная. То есть, подожди, это ты, да, паркур этот построила? Или что? Или кто? Мои помощники. Помощник. У тебя есть помощники? Да. Так, мне сейчас нужно подняться вот туда, да? Может, я пойду сюда и просто переночую вот на кроватке твоей. 2 часа ночи как-никак. 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15. Ты видишь, как время вообще пролетает? Время пролетает. Время... Нет, время надо идти спать. Я уже проснусь очень поздно. Ты до свидания. Хочешь сюрприз? Я сюрприз... Ну, слушай, ну зависимо какой. Не суши, а сюрприз. Суши! Я хочу суши. Ладно, давай. Хорошо. Поднимайся, не будь... Мне, походу, уже нечего, да, терять? В принципе, да.
3 вентилятора. Ты как бы вообще электроэнергию не экономишь. 6 лампочек. Туда, туда. Я не могу выбраться отсюда. Помогите. Тебе вообще лучше скрыться с поля зрения, знаешь? Вот так, ага. Смотри, смотри, здесь самое главное. Ты подожди, подожди пока. Вот, видишь, тут две кроватки, два стульчика. Вот. А, две коляски, да, блющий единорог на стене, да, ну... Это для психики хороший, для сформированной да, психики, да. Сформированная. Видишь подарочки на стене? Вижу, да. Тебе нужно найти дальнейшую подсказку в одной из этих коробочек. То есть еще одну подсказку, то есть еще в одной коробке будет подсказка. Подсказка, угу. Ты мне, может, в лицо это все уже скажешь, что ты хочешь мне сказать? Нет, это сюрприз. Я уже знаю просто, что будет, поэтому это уже не сюрприз. Я в интернете прочитала, так сейчас модно делать. Модно сюрпризы вот такие преподноси, да, и жизнь, и людям жизнь портить сразу. Угу, так, хорошо, подарок. Здесь в этом подарке есть что-то? Мне пишут, что здесь нет никакого подарка внутри, он пустой. Значит, ищи дальше. Ищи дальше. Хорошо, ищу дальше. Я же сказала, в одном из этих... Здесь тоже ничего нет. Мне в чате пишут, здесь ничего нет, никакого подарка. Так я тебе сказала, тупень. В одном из этих... Я понял, да. Хорошо. В одной из этих, в одном из этих есть еще один подарок. В тебе, походу, тоже подарок есть, да? Ну, в смысле... Ага, Юки, ага, здесь тоже, здесь ничего после нет. После такого наша жизнь точно кардинально поменяется. И ты будешь очень-очень счастлив. Я сейчас прям заплачу от счастья вот в жизни, вот прям перебарщивает. Ну здесь смотри, здесь еще 3 подарка осталось. А, нет, на этой стене их еще больше. Так, хорошо, здесь у нас есть что-то? В этом подарке ничего нет, хорошо. В этом подарке есть что-то? В этом... Опа. Давай, смотри, ты почти близко. Посмотри сзади своего дома. И смайлик, да. Сзади вот того дома? Твоего, это вообще-то мой дом. А, вот этого, ага, ну, знаешь, просто уже в жизни нечего, походу. Ты что, в окно, что ли? Я в окно, я люблю в окна выходить, тем более после всего, угу. То есть сзади моего дома что-то находится, да? То есть я сейчас пройду сквозь... Перчик, поздоровайся с Перчиком. Кстати, у нас же еще есть... У нас еще один член семьи, Перчик. У нас как бы есть Кукуси, которого я подарил в предыдущей серии. Да, я в предыдущей серии Кате подарил Кукусика. Если ты не знаешь, кто такой Кукусик, ядрёшкина матрёшка! Вот подсказка, посмотри обязательно и не бесимте. Вот, ну здесь Кукусик, Перчик и будет третий. Осёл, кстати, если ты не знала, сняла. У нас со слом очень хорошие отношения. И дружеские, и не только дружеские. То есть он в любой момент может приехать к нам жить, если я его позову, он будет только за. Поэтому я зову осла, у нас еще дома будет 4-копытный парнокопытный осел. Вот. Ты не против, я надеюсь. Кать. Скажи мне, что это за избушка на куриных лапках, ножках, вот пойдем, это. Пойдем скорее, пойдем. Куда, внутрь? Вот подарок там, да? Да, давай, пойдем. Кать! Подожди, мигрень-то как резко шандарахнула, прям как молния в бошку. А, еще! Кать, сгоняй, пожалуйста, за таблеткой, вот, пожалуйста, если тебе, конечно, не сложно, я буду очень сильно признать, у меня башка разболелась, пожалуйста, если тебе не сложно, выгоняй. Хорошо, и водички. Только выпусти меня. И водички, чтобы я смог запить, пожалуйста. Ладно, сейчас. Вот, да, ну, давай, как можно скорее, Кать, башка, так, подожди, сейчас мы пойдем твой сюрприз посмотрим. Да беги ты уже! Кать, ай... Сейчас, башка что-то разболелась как-то очень сильно. Я бы сматерился бы сейчас, но не время сейчас. Звездец, кобздец, киндец, крындец. И то самое на букву да, П. Походу кто-то с этим. Ну, с пузиком. Вот, ой, как башка-то... Дай водички быстро, пожалуйста. Держи водичку. А таблетку? А нет таблетки, так пей.
Да хрена мне вода, если я таблетку попросил. То есть ты думаешь, ладно, и так же. Ага, сади. Ну все, на этом серию можно закончить, скорее всего. Спасибо большое за то, что смотрели все. Ты еще самого главного не увидел. Там все, и то. А это отменить уже нельзя, да? Вот это все отменить. Вот отправить обратно там кого что. Ну вот, знаешь, это сделать cancellation of the mission, типа. Cancel всю миссию. Отмена. Отмена всей миссии. А, мне заходить, да? Да, давай, раз, два. Мумусик? Мумусик. Я даже не знаю просто, какие меня сейчас эмоции переполняют. Никакие? Никакие меня сейчас... Так, ну, не в том плане. Меня эмоции прям переполняют, прям выходят из меня эмоции в данную секунду. Еще вышла эмоция только что. Так, подожди. Мумусик! У меня здесь памперсы. И здесь памперсы. И там у нас перед входом еще примерно 1100 памперсов, да? И мне нужно 20 тысяч платить. Тебе нужно 20 тысяч платить. Хорошо. У нас дома детское питание. На третьем этаже у нас детские кроватки, коляски и прочее. Это вся лабулыга, да? И сейчас у нас... Я сказал лабулыга. Да не матеруйся в своих роликах, я сказал лабулыга! Почему всегда и подписчикам слышат то, что я говорю что-то запретное? А говорю фигню, все слышат ху... Я сказал лабулыга! То есть у нас есть кукусик, а сейчас еще будет мумусик, да? Это знаешь как Биба и Боба два дол... Нахрена нам мумусик ищи? Ничего не понял, Катя, что сейчас произошло, честно. Не плачь, пожалуйста. Ой, что-то меня разнесло, конечно. Объясни, пожалуйста. Мумусик нужен, чтобы кукусику не было скучно. А молочко и памперсы так обычно ухаживают за маленькими котятками, потому что они обсираются, там у них понос жидкое, вот это все. Нужно, чтобы, ну, мы не сговнякали всю квартиру. А потом в той детской комнате не играть будут там. Зачем котам коляска? Детская кровать. У моего Масика есть коляска, это очень удобно выходить с ним гулять. Он не ходит лапками по асфальту, не пачкается. Ну ты просто знаешь, одаренная от этой планеты, ты одаренный человек, поэтому она своего кота в коляске, да. Ну хорошо, мумусик, пошли. То есть у нас сейчас дом. Мау! Это походу Дима, да хватит орать! Это походу девочка, да? Кукусик он побольше просто, да. Это девочка. Ага. То есть, это я просто не понимаю, это... Алло, ты где? Вот, это телепортировался. Это, подожди, это у кукусика это брат или сестра, или это типа они будут, ну... Ну, они будут вот... Ага, понятно, все хорошо. Котятки, видишь, котятки родятся, а да, у них еще конятки, конятки. У них еще конят. А вот, кстати, у нас еще и свинья. И свинья с нами тоже может жить. Это твой личный транспорт. У нас вообще как бы многодетная, многоживотная семья, если так можно сказать. Можно личный зоопарк открывать. Святки какой. Это мумусик. Мумусик, это все твое. Обсирайся сколько влезет. Хоть по 10 раз в день. И ты, мумусик, и заходи, заходи. Знакомиться, пошли, кукусик. Давай, кукусик, твоя мать вот это чуть меня до инфаркта не довела только что. То есть я подумал то, что ты вот это, знаешь... Чё, дурак, что ли? Ну, да, ну, значит, я плохо подумал. Ну иди сюда! Где он? Они что-то, знаешь, как-то не очень хотят знакомиться. Ты зайдешь в эту квартиру или нет? В дом заходи, в дом, внутрь. Дверь сломал, зашел. Иди сюда! Вот, видишь, он почему-то он не дружит с дверями, Так, иди сюда, Ну иди сюда! Чего он такой бешеный? Ну да, что-то знаешь, он как... Посмотри, укусик!
Ефимомусь. А где Антон? Там на кухне. Антон на кухне, хорошо. Я прям чувствую, как будто я за сегодняшнюю серию потерял, так знаешь, ну, 1010 нервных клеток. Я нервные клетки не восстанавливаются. Они на меня смотрят. Меня. Ну все, надо заворачиваться. Заворачиваем все вот это и уйо отсюда на 9-9 царство за 900 там земель, да. В общем, это была стрессовая серия. Спасибо, Катя. Вот. Если ты хочешь больше видеть таких тютюру-мутютюру серий, обязательно подпишись на канал, потому что мы выпускаем с Катей. Ну, я выпускаю, она выпускает ролики каждый день, и нам, в принципе, будет приятно, если ты будешь в нас. Да вообще, приходите все в наш дом. Ну как бы у нас. Вот, кукусик, мумусик, я, Катя, свинья. Перчика, осел, давайте здесь много подписчицкую семью устроим. Подписывайся на канал, если не жопа осла. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.